ставьте Dota 2 Рухаб и голосуйте. Абсолютно на каждый матч мы создаем опросы. И на стадии плей-оффа в матче Best of 3 вы можете заработать 2 балла в случае, если вы угадаете команду, которая победит в серии, или 3 балла, если вы угадаете точный счет. В матчах Best of 1 у нас по-прежнему 1 балл за победу. Итак, впервые абсолютно все аналитики проголосовали за этот турнир. Проголосовали, что OG победят MVP со счетом 2-0. Я меняю тогда свое предсказание на 2-1. Ну, дай поменять. Кстати, обрати внимание, что у нас происходит в студии. Это у нас Войд пикнут. Это пикнут Войд просто. И он пришел, да, и он пикнет у нас. На самом деле мы управляем пиками, и появляются они у нас раньше, чем вообще на экране. То есть следите за нашими прогнозами и анонсами, да, и все будет отлично. Итак, я тоже меняю прогноз 2-1 на OG. О, не, какой 2-1? 2-0 на OG. Все верно, дорогие друзья. Вообще, я вообще не знаю, вот это изменять, это не очень хорошо. Ну Ярослав, да, после того, как все... жалко, Ярослав, ты изменяешь? Мы же в закрытую играем. Конечно. Ты изменяешь? Нет, но прогноз, да. Дело в том, что я сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, потому что нужно быть нон-конформистом, идти против системы. В мои-то 17 лет так обычно и делают, да. Челс поправить. Конечно. Вот, это во-первых. А во-вторых, ну, знаешь, MVP, они могут отжать карту. Потому что на группах они сыграли все свои матчи в ничью и проиграли Яховым, правда, 2-0, но все остальные матчи в ничью. То есть у них просто ничьи со всеми. Они берут какой-то пик, они им проигрывают, они берут потом этот же пик и им выигрывают. И вот сейчас они используют свою лучшую заготовку. Это Void Darkseer, дальше будет еще 3 милишника. Поверьте моему опыту, я даже могу их предсказать, если их не забанят. Это Фантомка, Spirit Breaker. Фантом-лансер будет? Нет, вряд ли. 5-го угадать тяжеловато, но они придумают. Акс, может быть, какой-то заедет. То есть эта команда действительно очень уникально сейчас играет, и они могут брать карты. Даже у таких грандов, как OG. Посмотрите, как выглядит арена. Это просто фантастика какая-то. Ребят, у меня есть вопрос. На самом деле, возможно, немного абсурдным он вам покажется. Но, исходя из опыта игр в паблике, сейчас и все чаще и чаще я начинаю замечать такое веяние, как Phantom Assassin Support, которая с первой же минуты стоит и в миде кидает дагера и просто уничтожает практически любого мидера. Никто не может стоять вообще. Какой ММР у тебя? Я играю в пати ММР, где 6 average. 7500. 6 average. Похоже на обман. Я тебе на самом деле, Ярослав, такое явление присутствует, но это очень ситуативный герой. То есть, да, потом у вас должна быть нереальная драка, и то есть, чтобы вы смогли драться с этой мартреткой, которая. Какие она айтемы будет собирать? Там какую-нибудь медалечку и так далее. То есть, это, ну, такое. А если у врагов будет морфлинг, а у вас какая-то мартретка, что она потом будет делать ему? Он будет пусить и все, что хочет делать. Герой, который по игре будет, по большому счету, бесполезен. Есть альтернатива прекрасная, Skyros Mag, который закидывает мидера намного сильнее, по игре полезнее и роумит намного лучше. Поэтому, Иван, это вряд ли мы увидим вот в нашем круге фантомку в этой игре как саппорта. Хотя нет, фантомка такая раз. Фантомку мы увидим 100%, но точно не как саппорта. Это соло мид от QO, и, ну, либо от MP, в принципе, они играли так и так. Я думаю, они очень рады, что ее не забанили сейчас. Вообще удивительно, что ни Братрума, ни Фантомку не забанили еще OG. Они не знают, с чем столкнулись просто. Не, я уверен, что они знают. Я уверен, что они конкретно анализировали MVP, но по какой-то причине. Видимо, думают, что учитывая то, что есть Void, уже не будут так сильно уклон делать MVP Феникс в милишников, но я думаю, это их не остановит. Так это наоборот их тактика. Они берут Войда, берут кучу милишников, Войд ставит свою сферу, старается он поставить ее на, ну, на угол, в общем, конечно, чтобы все конечно. Эти милишники подбежали и в щитах сжигали людей. Так люди там умирают. То есть фантомка под щитом запрыгивает герою прямо внутрь сферы и жгет его щитом, и Войд под щитом бьет этого же героя. И там на 7-8 уровнях по косарю ХП отлетает за время купола. Но это тут, жестко. Да, но опять же, достаточно. Не то чтобы достаточно, но можно пережить этот момент. И потом этих героев можно кайтить элементарно. И ну, не все так радужно, как кажется. Ты ограничен все время милишниками, тебя действительно очень в драках будет сложновато. Но вот если на 7-х. Как мы видели в игре против Secret, когда еще у Secret было все радужно в первый день, помнишь, 3-1 у них стало. Когда все было отлично, и тут потом просто вот MVP пошли вот этими своими 5 милишниками с Баратрумами и Дарксирами драться, все под щитами, все бежит, и
Team Secret не справились с этим натиском, просто проиграли, и вот это вот было начало как раз их луз-стрика. Поэтому тут вот если момент поймают, а они могут, то есть вот действительно MVP такая команда, вот я не удивлен, почему им понаотдавали всего этого, да, забанили Виспа, забанили Нагу, но дальше как бы Баратрума можно было и убрать. Ну, да, в принципе, Сларк, Алхимик они забанили, ладно, но Баратрума я бы все-таки избавился от него, как-то он... Тем более, куда бы им Сларк? В мид, получается, Сларк заехал бы. Да, похоже на то. Не, ну они делали такое, но в целом это не знаю. На самом деле, мне кажется, что из этой стратегии нужно Дарксира вырезать в первых пиках, и все, ничего уже не получится, потому что, если честно, на God Q вообще не впечатлил. Я видел 2 или 3 за групповой этап, и это всегда было, ну, весьма посредственное представление. Сам Кьё-то, может быть, и хорошо играет. Другой вопрос, что как-то команда не умеет с ней играть, не очень хорошо получается. В принципе, я-то и не утверждаю, что это лучшая стратегия на Земле. Более того, для меня это вообще выглядит абсурдно, что они 5 милишниками умудряются обыгрывать любые стратегии. Но просто, да, но просто прикол-то в том, что они этим только этим-то и обыгрывают. Вот в чем абсурд. Ну, если дают, бери. Дают, бери. И почему бы и... Нет, да, там, грубо говоря... OG хорошая команда, и может быть им именно комфортнее было бы играть, ну, не против Наги, поэтому они забанили, пусть даже и не идеальные Наги, но то есть, отдавать врагу прям вот самую сигнатурную стратегию, не знаю, лучше, то есть хуже точнее было бы отдать, наверное, только Виспа Бристлбека им какого-то, но... которыми вообще там они всех лучше. Ну это да будет. И того, а если будет MVP 2 OG 0, я очень расстроюсь, и завтра я не выйду на работу, поэтому лучше соберитесь, Miracle, собери. Забанили Вингу. Такие у нас. Забанили Вингу, но они глупцы, они не понимают, что нужно 5 милишников взять. Ну, кстати, интересно, что будет. Elder Titan был вот точно в такой же стратегии у MVP. Ну да. Ну другой милишный герой, как бы. Ребят, просто читайте. Читайте, как открытую книгу. Ну это вообще на самом деле эпик. Мартретка в миде. Войд. Хотя, ну, все герои самостоятельны, да, то есть и Войд против Бетрайдера может постоять, и, да и вообще Войд отличный герой против Бетрайдера, и Дарксир на оффлейне с Гондором себя будет чувствовать более-менее, хотя Джаггернаут неплох. Ну вот я не знаю, на самом деле мид, что сейчас, вот сейчас будет Миракл завозить в солянку, смотри, что возьмут этому великолепному мальчику. Так есть Инвокер. Ну, это тут Инвокер реально не всплывает, потому против что у него все это прыгает. Да. Вообще, у OG классные герои против милишников, все классные, и Земля против милишников отличные, и Бетрайдер, и Тимбер, и Джаггер хорош, но мы уже видели от MVP, что они просто могут покатиться как каток, тут надо OG собраться очень сильно. Итак, первая игра плей-оффа, OG против MVP, начинается прямо сейчас, а мы передаем слово нашим комментаторам Гатханту и имениннику Вилату. Вам слово, ребят. Спасибо огромное, Ваня. Ну что же, еще раз всем добрый вечер. Приветствую вас всех в Сиэтле, в Киарене. Ведь начинается самый главный ивент года. Много-много хайпа, но хайп это такое. Самое главное, это 5 милишников от MVP. 5 милишников от MVP. Но на самом деле я вообще удивился, то, что OG на это не среагировали никак. Это мы знали об этом. Это копия последней игры MVP против Ньюби. Когда Ньюби пикнули свой пик, смотрят на... MVP говорит, 5 милишников, как они будут с нами воевать? А вот так. Я видел, как Дубу бегал на спиритбрейкере 3 раза в гирокоптера 7 уровня, умирал от бараги, вставал и опять бежал. Ну что же, вот она, невероятнейшая сцена за International 2016. 20 миллионов долларов на кону. Поехали, первая игра настоящего турнира начинается прямо сейчас. MVP Феникс против OG. Это будет круто, я надеюсь. Это будет по-любому круто, потому что MVP не играют пассивно вообще никогда. У них нет такого стиля игры. Хотя вот когда Кво играет на Наги, там немного попахивает этим, но... Да, ну давайте, наверное, представим команды. Начнем с корейских оверлордов, как назвал их очень удачно Андрей Дредголубев, боги войны. А корейские Фэби сыграют на Баунти Хантере у нас. А Кьюоуа будет играть на Фантомочке в этой игре. Видели мы его уже в турнире. Now playing Bane. Ну, немножко ошибка, конечно, это же Фантомка. Мы явно знаем, что это не Bane. А, ладно, презентация чуть сломалась, бывает и такое. А, ПРФ сыграет на Дарксире, МП на Пейсленс Вайде и Дубу на Спирит Брейкере. А здесь вы посмотрите, что происходит. Мун находит вард, который 99% народу никогда не чекает.
Ну что, и команда OG Fly будет играть на Shadow Demon, Creed, Earth Spirit, Miracle, Timbersaw, Moon на Batrider и No Tail на Juggernaut. У нас стычка уже, Дубу пошел танковать, два щиточка работают, больно Fly, надо уходить Дубу. Third Blood в исполнении Fly, зарезали Shadow Demon, файт продолжается, щитки работают, минус 2 в исполнении OG, Фэйби отсюда тоже, скорее всего, не уйдет. Сейчас Burn Railing Dash, Да почему не пошел Miracle, неужели думаешь, что не хватит ему спина, No Tail остается здесь. Ну и заруба сразу же пошла. Вот-вот, то, чем говорили наши аналитики, то, чем говорил ты, сразу же показали расчет свой ребята из команды MVP. У них расчет на то, что они будут колоть щитками, что милишниками будут колоть щитками. Ну, в принципе, он довольно неплохой. Но если твоих пацанов больше, чем чужих. Начало 2-1 за OG. Кстати, руны у нас кто забрал? Руны у нас забрал QO и MP. Две баунти-руны достаются команде B-Феникс. Ну что, по линиям показываем, как всегда, OG на топе. Fly будет помогать фармить No Tail. Против них стоит, конечно же, Фарэп. Ну и снизу у нас дабла от команды MVP. MP Дубу стоит против Муна. А в миде, конечно же, Miracle против QO. Ну и саппорты, которые будут бегать постоянно, мешать, помогать. Я не знаю, что делать. Очень сильно разминают Miracle здесь. Пошли. Тычка от Bounty Hunter, заезжает Earth Spirit. Во, надо уходить отсюда рановато. Еще у воротов-то нет, поэтому боговать сильно нельзя. Да, разминает даггерами. Не стоит не забывать, что как бы у крита имеется с собой рыба Фином, поэтому довольно неприятно, когда он врывается, когда он катывается, когда он бьет тебя. Ну, я думаю, прекрасно понимает MVP, и я думаю, рядом с KO постоянно кто-то будет находиться. Вот как раз-таки игру вот с этим пиком, если не ошибаюсь, там был не Bounty Hunter пятым, а кто-то другой, или Титан, Bounty Hunter, Титан там был. Да, вот вы с NS, по-моему, комментировали, да, и вот после игры вы вышли с комментаторской и просто с широченными улыбками подошли ко всем, начали сказать, ребята, там такое происходило, и НС в вечернем балете рассказывал, ребята, вот посмотрите обязательно игру MVP против Ньюби, потому что это пацаны, которые просто с 8 минуты начинали просто бежать прямо. Именно, они просто четвертыми, третьими уровнями, они бежали прямо, они на 8 минуте били Ньюби под Т2. Ньюби вообще не понимали, что происходит, почему в них бежит спиритбрейкер третьего уровня в гирокоптера 7-го. А как-то ему все равно было, что он да, третьего. Там, курьер уже бежит Миракли, тем временем здесь проблемы у Крита. Крит, дальше у него травма, бежит сюда уже Баратрон. Крит пытается уйти, колит его Фэби, проблема огромная у Крита. И это фраг для команды MVP. Ну вот они, Iron Shell, которые будут работать. Вот она движуха Пепси. Многое в этом пике зависит от того, как будут ставиться купола. Но купола у корейцев золотые обычно. У MP прекрасные микро. Просто прекрасные. Он ставит купола так, что его команда может спокойно зайти в купол и при этом выжигать щитками. Ну так, у милишников других шансов особо нет. У нас уже разгон на Муна. На ботом лейн бежит. Мун не боится. Но надо бы бояться Муну, потому что могут быть проблемы. Мы же знаем, что это корейский Баратрум, ребята. Да, Марч Магнин, вот он, корейский Баратрум. Вот, понимаешь, это же сцена год назад, это же команда и это же Баратрум, который просто вбивает в землю абсолютно всех, кто попадает ему по дороге. Memories. Посмотрим, будет ли здесь этот же Баратрум. Также отрабатывается 17% на топе. Проблемы. Взорвали у нас Фарева, ну и, наверное, будет минус Фарев. Да, есть фраг для Нултейла. Здесь Фэби. Дженада есть. Щиточки работают. Он может преследовать Флай. Ему бы третий уровень, но его нет. Попытается потыкать, но нет, наверное, не получится. Лучше отсюда уйди. Да, слишком рано он скрылся. Надо было немножко подождать. Да, с Фантомка 4-0 в пике во время групповой стадии сыграли MVP Феникс. И 2-8 без нее. И этот герой мы видим не в бане. То есть OG... Ну ладно, скажу честно, по впечатлениям от пика OG сложилось впечатление, что они не готовились к MVP, они просто играют свою игру. То есть они решили, ребят, ну играем мы с MVP, там, с Ньюби, с ЕГЭ, неважно. Мы просто пикаем свое и играем. А что там будут играть они, это уже их проблемы. То есть знаешь, что это бразильский стиль футбола. То есть мы забьем сколько захотим, а они сколько смогут. Ну, посмотрим, отчасти получится. Это правильный подход, но когда есть короночка Кэлли у MVP, типа Бристлбека, Виспа, уже многие боятся этой связки. Она ни одну команду потопила. Посмотри, MVP на топе, Фэби будет пытаться ворвать руну, тут же крит и просветка. Фэби поймали на жадности Фэби, и это минус. Miracle зарабатывает очередной фраг для команды OG. Ну вот эти первые, наверное, 10 минут для OG будут вот этой вот игрой в доту, когда MVP просто так агрессирует по одному на разных лейнах, их можно убивать, ловить там и так далее. Но потом эта машина соберется в кучу. Они просто будут идти своими жердями, идти и толкать, жечь, толкать, ставить купола. Наберет уровень очень быстро Фантомка, так как она в медиану уже почти 6-го. Сейчас начнутся криты.
У нас есть курьерка, мы видим, что летит мид Miracle курьер. Несет пока ничего нового, но Грейджин и стики ему и ТП-шечку несет, так что будет он реагировать в случае чего, если будут какие-то неприятные атаки. А ботл у него уже давно есть, но главное контролить руны. Вот видим, на прошлой руне у нас случилась даже стычка, но нижнюю руну тоже законтролили MVP. Вообще корейцы славятся тем, что они очень любят за руны бороться, что они готовы драться до конца за каждую из рун, и это, в принципе, работает для них. Да, главная сейчас задача корейцев — это прапать Дарксира, прапать Вайда до 6 уровня, может быть, до 7, чтобы агрессивнее можно было играть через таймволк. Ну и пока это получается, на самом деле. Убили Дарксира разок, да, это вроде неприятно, но на 6 минуте он имеет 5 уровень. Это, в принципе, для оффлейнера очень даже неплохо. И у нас выход от Флая и Крита. Ставится обсервер. Будет вижен. Ну а как они здесь войдут? Не, они никак не войдут. То есть как бы убить ни Спирит Брейкера, ни Вайда они, наверное, сейчас не в состоянии. Поэтому это больше так вот поставить варда. Не видит пока их корейцы. Ну, должны догадываться, что как бы нету нигде саппорта. Так, дубот. Это, кстати, может быть веселуха, если дубом на топе. Но только проблема. Его могут просто заколотить. Еще буквально тычку ускоряют. Здесь Вэйви, он доберется. Крит застопил, но его докрутил Джаггернаут. И за это получает тычку под ребро. Снизу сразу же замес. На топе убили уже Нотейла. А снизу мы видим, что нападали у нас, собственно, ребята из OG втроем. Но не получилось снизу. Слушай, а соло-фраг Баунти Хантера на Нотейле — это прям совсем беда. Это прям совсем-совсем беда, потому что 4-й левел Баунти Хантера, у него все очень хорошо. Кьюоу прыгает на Миракля, прыгает, будет пытаться забирать. Кьюоу! Очень наглая игра, на самом деле. Теперь сейчас это умрет. Блинка-то у него теперь нет. И 5 секунд КД до блинка. Попадут ли диском? Нет, уже Куа отпился, Фейзов там не было, был бы с фейзами намного проще. Конечно, красавчик здесь Кио, очень четко законтрил. Миракли вынужден уходить на нижнюю руну, там уже контролит для него руну его тиммейт. А потому что с пустой банкой, понятное дело, что отыгрывать Тимбером не очень легко. Там очень крутая руна для Тимбера, это Аркейн руна. С ней можно где-то и... Серьезно, пробить. Да, серьезно, разгон на Нутейл уже. Уже разгон на Нутейла, и Спирит Брейкер бежит. Ну и будут проблемы. Сейчас у Ноутейла на топе два героя. Давайте смотреть, сможет ли здесь выжить Ноутейл. Надо ему вовремя раскрутиться. Пошли у нас два щитка. На Ноутейла врывается. Ноутейл один, второй щиток начинает его колоть. Боже, как больно. Боже, как же это больно. Ну, до конца его, конечно, не добьют. Но вы видели, что будет происходить с двумя щитками уже. 7-я минута игры. А если их будет 3 в куполе? Опять-таки, это в той же игре, да? Фантомка просто со щитком запрыгивала в купол. Да, и... да, да, именно. Она просто заходила пешком зачастую. Так, у нас разгон. Пошла просветка. У Фэби могут быть проблемы. Должен прыгать. Ко запрыгивает. Спрятался в Disruption. Dark... Извиняюсь, Shadow Demon. Ставится купол. Ой, как спасает. Кстати, здесь выживет Кьюо. Скорее всего, если успеет отсюда уйти. Коль, это не дальше. Нет, Кьюо все-таки погибает. Но тут намного больше героев команды MVP. У Миракля проблемы огромные. Миракля подрезает. Миракля еще и запашили Миракля. Он пытается улететь и режет. Миракль MP за ним. Миракль запашили опять. Миракль на развороте. Продолжается игра. Там тупо башит. Он запашен крита. Два раза Миракля. MP ударил. Ты опять запашил. Боже, что они творят. 3-1. Закончились щитки, Форева не было в драке, и поэтому дэмэдж основной команды MVP исчез, скажем так, со смертью Фантомки. 300 дэмэджа Миракл наносит. 3 баша за драку сделал у нас Войд, 2 баша сделал Спирит Брейкер. Они работают, корейская вот эта статистика, она в Америке не совсем такая, как во всем мире. Но все равно не хватило, Миракл успел. Если бы там был Дарксир, драка была бы выиграна в сухую. Просто один щиток купол по 3 человекам. И все. Так, Йол, Миди пытается уйти от Флая. Понимаешь, надо уходить куда-то подальше, потому что рядом пловый Миракл. Но Миракл таки подрался, имея Аркан Руну, и сделал, кстати, все верно. И мы видим, драка пошла абсолютно полностью по сценарию команды OG. Но это пока начало. Да. Это только начало. После группового этапа мы видим, что по ассистам криты находятся на 3-м месте, Мун на 5-м, Флай на 6-м, Ноутейл на 7-м месте среди всех участников International. Ну, OG очень хорошие поставленные тимфайты. Они зачастую дерутся в 5-м. Это сейчас был яркий показатель. Опять же, это драка, где все поучаствовали. И из-за этого OG стали победителем этого файта. Снизу Фэби продолжает подрезать. У Фэби все просто великолепно. Игра пока идет на ура. Очень активный. 5.5 левел уже этот Баунти Хантер. Тут Ганг, Флай, Крит спалились. Тут же Вард спрятали. Ну а дальше нужна помощь. Мун здесь же. И это минус Фэби. Но вот что OG умеет, так это вот ловить вот таких вот пацанов. Второй раз они за игру уже ловят Фэби. Там, где, казалось бы, его ловить не должны. Быстро реагирует и, собственно, контролит пока Баунти Хантер. Несмотря на то, что у него хороший левел, можно сказать, что OG... OG об этом как? В курсе. Это, знаешь, как контролированный взрыв, как это называется. Они в курсе. Миракл, у него уже разгон пошел, запрыгивает. Ко, очень агрессивная игра. Щитка, правда, там нет. Вот в чем проблема. А +1 будет, да, запрыгивает сюда MP. У Миракла огромные проблемы. Его просто зарежут сейчас.
Нет, ну Тимберчейн, и он не кдешится. Минус Миракл. Пятером команды MVP. Три Айншелла работает, иллюзии, и мы понимаем, что никуда не может Миракл уйти. Ну, это вот прикольно. И вот дальше, дальше стоит видеть вот такие же... Дальше мы будем видеть вот такие же приключения от команды MVP Феникс. Я уверен. Миракл по-прежнему с Ноутейлом идут в топе. Тавр забрали сейчас здесь OG. А вот за счет этого, наверное, все-таки немножко денег отработают, которые были потеряны на смерти своего мидера. Но все равно агрессия, которую от корейцев мы видим, она принесет свои плоды. Это уж точно. Очень круто сейчас играют. Дарксир подкармливает дубу на всех возможных спотах, чтобы он быстрее получил шестой уровень. И с ультимейтом, вот он сейчас ел книжечку, теперь можно и Ноутейла попытаться забрать. Пробить его через Фьюри, не отпустить далеко и заколоть двумя щитками. Да, действительно, даже если можно считать, что станов нету, потому что станов по факту MVP нету, есть огромное количество словов, баши и так далее. То есть вот за счет этого они могут убивать и Ноутейла, который пытается улететь от Блейд Фьюри от тебя, и просто который крутится. Того же Миракля, который улетает, вы можете просто-напросто... Ну, то, если очень много месить, рано или поздно баш пройдет, а учитывая, что это корейцы, баш точно пойдет. Обратите внимание на артефакты, которые собирают сейчас MVP. Это Мекон, Дарк Сири сразу и Войд первым айтемом рашит Владмир. То есть это команда. На 100% командные артефакты, которые будут работать в масс-файте. Для ПА это замечательно. Ей сейчас можно собрать какую-то аквилу или любые другие статовые артефакты а-ля барабаны. И все будет очень здорово в файте. Да, у нас уже три человека в медве охраняют сейчас Тимбера. Во, пошел в рейв, тут же уходит на блинке. Можно отпиться ботлом, еще 12 зарядов в стиках. Так что все нормально. Тут разгон, но Ноутейл ставит хилинг-вар. Будет драка, смотри, сейчас будет купол. Сейчас будет купол, лучше не подставляться команде OG. Они должны понимать, что сейчас будет купол, и купол будет хороший в любом случае. Миракль прогоняет дубу, вот он QO. Ждем MP в этой драке. Все 10 героев команда у нас находится в мидлейне. Будут ли цеплять у нас Муна? Мун хорошо выжег уже одного из героев. Наверное, драку стоит приостановить. Увидели Фэби? Увидели Фэби? Фэби разрезает Фэби. Фэби пытается выжить еще стика, выживать. Вот, он вот она фантомка, которая рядом, которая должна хоть как-то помогать. Тут же и Фэби. Но никого не смогли пробить. Стенка ужасная от Форева. Пытается Мун драться до конца. Муна, скорее всего, зажмут. Да, Муна зажали. Мун на развороте пытается как-то еще выжить, но ничего у него не получается. Минус один сделали. А вот он Ноутейл. А вот он Ноутейл. У него нет ультимейта, потому что мана закончилась, но это уже минус 2. Флая могут прорезать иллюзии. Флай проседает очень сильно. Флай прячет себя иллюзии. Надо как-то отсюда отвести, потому что, скорее всего, погибнет Флай. Флай погибает 2-2. Но драка все-таки в пользу команды OG. Ну, скорее всего, так. Единственное, то, что фантомка здесь поднабрала. Дубо. Продолжается. Критобить. Ну, слушай, и что он творит вообще? Он просто забежал и размотал. Он еще подраться хочет. У Миракля маны нет. Его ой-ой-ой. Можно щемить. Да, рейтинг хороший. А почему? Хаста дает Мираклю хасту и уйдет он на хасте. В любом случае, кстати, он может еще... Да ладно! Дубу, ну прекращай башить. Он Ноутейла. Появился уже ультимейт. Точнее, мана на этот самый ультимейт. Ноутейл забирает еще раз у нас спирит брейкера. Боже, эта драка длится уже 1.5 минуты. Она никак не может закончиться. Но все-таки, наверное, сейчас разойдутся. И уже ее выиграли. А уже ее выиграли. Выиграли 4-2. Жесть. Как же трудно бороться вот против этого стада от MVP, когда они бегут без перерыва. У нас, кстати, байбек от Bounty Hunter был в этом файте. Это совсем неприятный для Фэби, потому что не получается с ним купить себе арканчики, а ему желательно до них добраться, потому что 140 маны стоит. Ну да, согласен. Как бы если бы не делал байбек, но с другой стороны он там вернулся в драку, разбросил опять-таки треки, разбросал, что-то там все-таки сделал. Ну и очередная атака. И очередной раз они побежали. Снизу проблемы. Фэби начинает его избивать. Фэби, если бьют, еще раз будет неприятно. Вот они, тиммейты рядом. Фэби погибает. Дубу подбежал. Дубу в сайленсе. Кончу может сделать. У Крита огромные травлы. Крит пытается вернуться. Крит сгорел. Дубу тоже сильно горит. Дубу, скорее всего, убьют. Да, Миракл погибает. Но теперь ловить еще Форева. Форев не может. Нельзя отпускать ни в коем случае. Да, отлично. Отлично. Просто ошибка огромная от MVP. Побежали они втроем в одну точку, но пока два героя, которые бежали с бальца, добрались, уже умер у нас Фэби, и в итоге драка по факту была 2-3. Да, самая яркая проблема MVP сейчас — это Тимберсоу, которого им нечем пробить. Они забегают, они быстро убивают саппортов, но вот этот Пилман, у которого настакивается миллион армора, трудно и фантомки по нему дэмэдж носить, и Вайду, и, по сути, тот же Bounty Hunter с передбрейкером его не пробивают, стоит только магический дэмэдж. Ну а на стак HP в драке не так просто. Фэби. Большие проблемы у Гуа. Стыкают сайленсом. Гуа здесь погиб. Ну и начинает OG действительно играть в свою игру. То есть не понимает, что у корейцев план на собираться в пятером и устраивать драки. OG в принципе не против. И все дойдет до того, что если они заберут еще одну-две вышечки, то минуте это к 20-й, и MVP не смогут их даже убивать, если в пятером поставят купол.
Да, набирают сейчас OG активно по статам. Все идут в выживаемость. Кот, рейндропы, поинт-бустер. Худ уже готов у Тимберсо. Он прекрасно понимает, чем собираются MVP действовать. Это щиточки Дарксира, и надо от них защищаться. И Бэтрайдер стандартный через барабаны от Муна. Да, Мун обычно так играет, и обычно вот это мы знаем, что он не качает до 8-го левела ультимейт. Ну, все как положено. 4000 голды, преимущество на OG, да, много, но не критично. Хороший скан. Да, хороший скан попадает по смокам. Не как получится. Как же играет OG, а? Все-таки хороши эти ребята на мейджорах. И, в принципе, International тоже можно считать таким всем мейджором. Самым главным турниром в году. Вот как же они включаются, как же они отыгрывают. И в групповом этапе мы видели матчи, которые уже даже ничего для них не значили. Как-то матч против Na'Vi, когда они отыгрывали просто на каком-то запредельном уровне. Ну и здесь, понятное дело, от них стоит ожидать только их лучшей игры. Действительно, вот лучшие игры, которые они когда-либо могли играть. Потому что это International, это... шанс для них, да, это первый интернешнл только для Миракля. Подожди, для Крита, по-моему, тоже это первый интернешнл. Крит. По-моему, да. По-моему, Крит не играл на интернешнл, да, Монминдер у нас играл, точно так же, как и играл No Tails Flying несчетное количество раз. Надо ребятам здесь бороться, надо доказывать, что дважды звание чемпиона мажора, оно не просто слишком звание. Слишком много в году будет, на самом деле. И надо чё? Другим дать поиграть в Дотсу. И чё? Ну, это так, сейчас стычка там, будет. Крит закатился, тут же отпрыгивает Кво. Фэби. Стам получает. Бэтрайдер потащил дубу, но с ним сейчас должны разделаться. Хотя он его на хайграунд затащил диском. Просто сломали. Спиритбрейкер, отличный вакуум. Бэтрайм крутится диск. МП раздает дэмэдж. Миракл выходит. Ну и все. Армор настакан, его уже не пробить. Да, МП пытается убежать отсюда. МП только что отпрыгнул, ускоряет его фаре, пытается хоть как-то уйти. Проблем тем временем Муна. Муна зарезал Кьо. Кьо сейчас продолжит резать людей. Как бы маны очень мало у Флая. Могут быть у него проблемы. Фарэп тут же пытается раскатить Флая. Кьо отбежал от Ноутейла. Надо прыгнуть сейчас на Флая, пытаться его убить. Вот он прыгает на Флая. Флай спрятал. Флай погибает моментально. МП, МП уворачивается от Ноутейла. Ноутейл без маны. Ноутейл без маны. Его сейчас засловят. Ребята, его сейчас засловят. У Ноутейла огромные проблемы. Ребята, это минус 4. Корейская машина в действии, то, что они показывали против Ньюби. Они просто начинают драться в пятером, выживают в каких-то крапылях, возвращаются после Мекки и начинают убивать. Тимбер — это страшное оружие, но Тимбер без маны не может нанести дэмэджа в файте. И действительно, у нас так куча армора, казалось бы, я готов танковать, но от толку, если тебя просто-напросто никто не бьет, тебя разводят. Вы посмотрите, как это, сколько там, 400 дэмэджа он за драку нанес всего-навсего. Ну и корейцы. Вот он, великолепный кайт от корейцев, когда в куполе уже два щитка на этот раз выжигало, когда Кио прекрасно понимает, что он пока не готов драться в лобовую, играет вот как кобра, то есть ужалил-отбежал. Вот точно так же здесь оно работает. Ну, корейские оверлорды войны. Нет, просто так мы не сдадимся, вряд ли не дважды чемпионом мейджора. Не знаю, мне кажется, корейцы одни из самых худших противников, которые тебе могут это достаться забей, на да, International. Это забей. Эти ребята, особенно когда ты к ним не готов, когда им отдают спиритбрейкеров без по. Ведь OG их сами выбрали. Бристл, да, выбрали. Я не знаю, почему, кстати, выбрать и не забанить вообще ни одного. У них был вариант Ньюби или MVP, они выбрали MVP, решили, что, наверное, с MVP у них дела пойдут получше, но вот, если честно, сомнительный Фэби. Выбор, хотя Фэби. Бежать на хосте, успеет ли уйти, диск нет, спиливает его в итоге Миракл. Тут по одному, понятное дело, что MVP это еда для OG, а как только собираются в пятером, как же это страшно выглядит. Да вы посмотрите на первую игру Миракла в основной части International. 9-1-5 у Миракла. Ну, этот товарищ просто сам не свой, конечно. Он играет, как будто последний раз. То он на протяжении года так играет, по сути. То есть, я бы сказал, он держит стабильный уровень, несмотря на то, что это The International. Все думали, что кто-то будет волноваться первый раз. Сцена, большой призовой фонд. Ну, это не самое важное. Важно престиж, который ты получишь, если одержишь победу еще на одном ивенте Valve. Да, напомню, что если выиграют ребята из OG, они станут очередным победителем International всего-навсего. То есть двукратным победителем никто из них не станет. Никто из них пока International не выигрывал. Мейджоры — это хорошо, но International, вы сами понимаете, что это немножечко другой уровень. Всего 20 миллионов долларов США на кону. Ой-ой-ой, Кио. Дезолятор появляется. И вот Miracle. Сейчас этот товарищ уже может бить. Аккуратнее надо быть сейчас Miracle, он подсвечен треком. Ему подходят, начинает его щемить. Пошел вакуум, разгон.
моментальный экшен, и пошел еще Баршек. Меркл неужто уйдет, ставится уйдет, стеночка, уйдет, прожимается. Уйдет. Он точно уйдет, очень много потратили. Кстати, сейчас Дубу слишком далеко, прокляли Дубу, пошел ультимейт для Джиггернаута. МП проседает сильно, купола драки не будет, Дубу сбрили, ошибка огромная. Огромная ошибка, не дождались, буквально чуть-чуть, будут еще ли кого-то гнать. Да, постараются еще догнать Киоу, Киоу уходит отсюда. Не дождались, буквально 3-4 секунд летел, показывали мы курьера, летел у нас дозолятор, поймал Мун у нас, Киоу, Киоу разрезает пополам. В сальнице Киоу Фэби никак его не засейвит, это минус Киоу. Прыгни до него. Да ладно, буду догонять, Киоу еще и Фэби, наверное, подставит. Нет, Фэби все-таки уйдет отсюда. Минус 3, Miracle Wicked Sick продолжает клепать Miracle фраги. Зачем так рано? Нельзя MVP драться без купола. Вообще никак нельзя. У них вся задумка на это. Я понимаю то, что смотрится один Тимбер. Давайте по Шустрику в пятером его заберем. Но это Тимбер. Тимбер, у которого худ. Он просто клацнул одну кнопку, поглотил огромное количество магического дэмэджа и выжил. Снова разгон от Дубу. Ультимейта нет. На этот раз не надо. Миракл становится все жестче и жестче. Как бы ситуация такая, что, может быть, надо делать, как в прошлой драке, просто забивать на него, как бы. Но что забрать его, особенно если вокруг есть деревья, это вообще нереально. Сайленса у команды MVP как бы нету. И рассчитывать только на баши, у них, они так и делают. Ты все правильно говоришь, надо определенно забивать на Тимбера в файте и пытаться зафокусить сначала тонких саппортов. В любом случае, пока ты фокусишь Тимбера, его два раза могут спрятать в дизрапшн, он там посидит. Потом какой-то хилинг вард поставится. В итоге это таргет, очень трудный для убийства. Ну что ж, фармят MVP пока свои леса. Они пытались выйти в сторону Рошана. Здесь Miracle в инвизии. У Miracle есть уже худ. Есть 15 зарядов Бладстоуна. Все хорошо. Аркан тапки, кроме Бладстоуна, куплены. Miracle чувствует себя довольно уверенно в этой игре. Все же фрагом наклепал «Мама, не горюй». 11-1. Как ты думаешь, не ошибка ли от Фантомки собирать дизолятор вместо БКБ? Мне кажется, ошибка. Но с другой стороны, суть же в том, хотя БКБ. Тут такая ситуация, что они либо налетели и убили, либо налетели и умерли. Как бы. То есть драка очень долго не будет в любом случае. Миракл. Вижу, нет. Фэби подсветил. Миракл готов скрываться. Пошел Фарэп, ускоряет. О, прыгать не стал. Диск просто зонищей поставился. Да. Это просто распугал Миракл людей, чтобы не думали они, что вот все так просто, что можно как-то напасть. Я думаю, что ребята не отступают. Смок, кстати, это очень хорошо сейчас будет. И команда еще разгон. Дубу. Они в смоке, уже несется. Он пробежал по троим. Врезался в Нутейла. Пошел ультимейт. Флай очень больно. Подходит на фаре. Вакуум по двоим ставится стеночкой и бежать. Нормально. Там отрезали крита. Крита, скорее всего, здесь убьют. Да, крита убили. Это самое главное. Потому что есть один фраг. Все остальные уходили. Да, была поставлена стенка. Но на этот раз атака, в принципе, успешна. Miracle. А вот сейчас можно постараться на него напасть. Одного героя. Купол есть. Там хилинг-вард. Лучше не нападать сейчас. Вряд ли получится пробить. Имеется в виду, что пока нет крита, преимущество имеется численное. И можно его как-то попробовать реализовать. То есть, опять-таки, нужно разбросать два щита и прыгать на него, подрезать немножечко. И прыгать под двумя-тремя щитами, даже с худом, в принципе, Miracle прожить можно. Я думаю, может быть, сейчас какая-то... Знаешь, по-моему, OG хотят, чтобы напали на Miracle. Прям очень хотят. Они его подставляют определенно. То есть, 17 стиков, настаканный армор, и за спиной Shadow Demon. Ты можешь как-то подставлять таргет, потому что его, скорее всего, засейвят. Да и убивать 1600 хп не так просто. Да. Есть, мы видим, MVP остановились. Да, 10 тысяч нетворса уже набрал у нас Miracle, 8900 NoTail, чуть отстает. В принципе, игра идет довольно ровная, потому что дальше идут три кор-героя команды MVP Phoenix. Очень много денег на Dark Siri, и это должно в итоге вырисовать какие-то очень хорошие артефакты. Но подождем, пока Фарев начнет покупать самые артефакты. А что он может собрать? Давай подумаем. То есть, в теории, может, Шива какая-то нужна. Грифсы точно, а потом нужна какая-то шива. Грифсы точно сейчас нужны. Потому что есть крит, который сайленсит, и это неприятно. Грифсы прям must have. А против бетрайдера можно лотус какой-то собрать. Ну, что-то типа того. И когда джиггернаут в ультимейт летает, говорят, лотус тоже крутая штука. Либо хек. Ну, собственно, полезных вещей много. Очень много. Главное, успеть их собрать. Ну и мы смотрим за MP, который, скорее всего, будет рашить либо сразу Мантастайл, потом диффуза, либо сначала диффуза и потом Мантастайл. Очень крутой айтем, что тот против Тимберсоу, оставить его без маны за купол. Ты, в принципе, любой таргет забираешь с помощью диффузов. Да, вот игра немножечко успокоилась. Это, конечно, на руку команде OG. У них очень хорошие герои для лейта. Развивается дальше Miracle, получает хорошие артефакты. Шива у него следующим артефактом будет.
тоже все хорошо. А хотя, может быть, и Шива, может быть, краски Лотус. Я тебе честно скажу, я вот смотрю сейчас на Кво. Он 14.5 уровня. Так, у нас там в Тимберах хотели въехать. А, он скоро получит 16-й, у него есть айтемы на дэмэдж. Он может Shadow Demon прикончить на 16-м одним даггером. Так, смоук от MVP, OG стоят на хайграунде, они его разревили, это хорошо. Забегает Кио, видит крита. Крита. Пошел моментально, моментально ему надо убить, моментально. Крит пытается по своему времени выйти, но тут же Мун прыгает, цепляет. Крит выживает, пошел Магнитайз, крита тут не развалили, но Магнитайз работает. MVP уже умер, без купола, драка, надо бежать. Фэби, проблема огромная, просветили его Фэби. Фэби крутятся диски, не отпускает Фэби. Кио пытается сделать тип-аут и делает его 2 в 1. Godlike. Этого пацана вообще кто-либо остановит на этом турнире или нет? Сомнительно. Сомнительно. Сомнительно очень, что смогут его остановить. Но на самом деле опять не было купола. Вот опять нет купола. Как только есть купол в драке MVP, у них великолепный файт. Все здорово. Но иногда они экономят, ждут идеальной ситуации, когда его можно поставить. И в итоге эта ситуация не наступает, потому что это OG. Да, OG тоже, в принципе, мастера драться. Боже, неужели они еще раз пойдут? Они знают, что OG долго убивает Рошан. Они еще раз идут, там, тем временем, дубу пробегает уже сквозь Миракля. На Миракля прыгнул Кио, пытается его нарезать. Выигрывает время, Миракль своей команде! Стяжка на хайграунд! Проблемы у Флай, огромный ноутейл. Там будет Флай уже погиб. Дубу тоже на хайграунде, с ноутейлом, ПВП. Кио тут же засалили Кио. С ноутейлом поехала драка, под чекрамом подрался. И можно прыгать на крита, он запрыгивает на крита. Месяц его нет, пока лосо, еще 8 секунд. Кио, скорее всего, погиб. Миракл дальше за Форева. Боже, какой шанс сейчас у MVP. Как же они дерутся. О, боже. Крит едва живой прыгает. Пошел Дилейшн по Мираклу. Миракл пока по Дилейшн ничего не может сделать. Пошел Башик. Тут же Форев. Колит Миракл на хайграунд. Надо прыгать за ним. Надо прыгать. Нет, забили. Как же они дерутся. Какая же крутая игра у нас на открытии турнира-то. И MVP живый. Живее всех живых они на этом турнире. И в этой игре сдаваться они не собираются. Они знают, что Рошана OG будут бить очень долго. И они делают все абсолютно верно. Кио становится опаснее и опаснее. Появляется Лотус у нас у Тимберсоу. На него уже снова разгон. Уже бежит Дубу, но это скорее больше для Вижена. Так, Фореб, Флай на него напал в миде. Дубу, кстати, может переместиться тоже в мид. Нет, не перемещается. Еще есть купол. Все еще есть купол. Фейсли сводит. Не ставил его в предыдущем и файте. MVP уже вышли вперед по нетворсам. У MVP уже ситуация лучше. У них, а мы видим, уже преимущество там на 400 голды имеется. О боже, 4000 экспириенса по-прежнему выигрывает команда OG. Но MVP давят. Вот, вот она, та самая игра, которую мы ждали, которую мы хотели увидеть. Но играют они не против кого-либо. И было бы на месте OG любая другая команда. Она бы сломалась. Она бы уже сломалась. Да. И бы корейцы переехали. Я думаю, что на 15-й минуте бы били под Т2, под Т3. Миракл, надо быть аккуратней. Надо так как быть они били Ньюби, собственно, да, Миракл. Миракл, нужны какие-то орхиды, нужны сайленсы. Против Миракля нужно как-то бороться. Миракль видит всех. Нашли. Фэри увидел Миракл, начинает резать. Будет ли баш? Вот он баш. Встань. Но нужен еще один баш. Нужен еще один баш. Нужен еще один баш. 17%, говорите, господа. Эти будут баши вечно. Крита поймали. Продолжается файт. Запрыг темпи. Отличный купол. Цель с Нутейла. Поломалкильный кварт. Вакуум затаскивает Флай под купол. Он просто месяц его по трекам. Минус Флай. И Нутейла. Нутейл в ультимейте. Он умрет все равно. Гелят дэмэдж. Очень много иллюзий. Нутейла надо ловить. Темпи. Баш! Да ладно. Удар. Еще один баш. Сейчас пройдет. Минус 4. В исполнении и тут же команды MVP. Тут же Рошан. Вернулся Миракл. Вернулся Миракл. Надо быть осторожным. Полетели диски. Миракл будет летать здесь долго. Если его там на хайграунде поймать, будет, конечно, ГГВП. Но Миракл, вы понимаете, что он не делал байбек. Он просто появился, потому что у него вакуум через 3 секунды. Вакуум будет через 3 секунды. Надо кому-то прыгнуть. Надо кому-то прыгнуть. Так Кио прыгнет на кого-то. Так. Прыгает. Миракль начинает его месить. Его на хайбоже. Он там в текстурах застрял. Что ли? Нет, это Лотус. Хорошо, забирает MVP. Будет гнать Миракль. Дальше нет, Миракль уходит. Unreal какой-то происходит. Это просто лучшая игра, которая могла бы открыть. Это за она открыла его International. Это за International, господа. Это просто великолепно. Вау. Мы продолжаем дальше. И продолжают дальше корейские боги войны из MVP Феникс. А вот OG. Кво просто покупает себе башер за один файт. Он просто купил себе башер. У него Аегис, Дезолятор, 9-секундный Блэкинг Бар. Теперь у них 3 человека башет. Это вообще нормально? Еще один это... стягивает, а пятый словит. А это если там еще какой-то МКБ появится? Это просто жесть. То есть бороться с Мираклем, сайленсами, это хорошо, но сайленс себя можно сбросить. Баш себя не сбросишь. Там будет башить сколько влез. Вот он летит, башер, и показывает его сейчас в зале. В зал тоже аплодирует. Зал удивленно аплодирует. Американские болельщики очень любят MVP. Да, здесь невероятное количество болельщиков из Китая. Очень много. Я не ошибусь, скажу, что треть, наверное, зрителей здесь из Китая.
но как же все любят эту команду. Абсолютно все. Не только... Нельзя не любить такой стиль игры, когда ты всегда делаешь йола. В 100% играх ты делаешь йола. Ты заваливаешь, у тебя мало хп, но ты бежишь, ты дерешься. И когда ты выигрываешь такую игру, все говорят, мы хотим такую доту постоянно. Да. Такую доту. Хочется видеть файтов, драк. А посмотрите, посмотрите матчи с группового этапа, например, там Secret против Ньюби или что-то такое. Ну, не против Ньюби, кого там предпоследнюю игру играли. Когда просто мне хотелось, я просил у наших режиссеров, чтобы они вырубили звук, и я просил прощения. Запрыгивают на Мирка, врываются Баши, будет ли крит, Мирка отпрыгивает, они могут идти дальше, а Дубул же здесь. Дубул же здесь, запрыгивает. Да ладно, убьют! Убили, 30 секунд, у него нет байбека, Флая просто разорвала. Мама дорогая, что происходит? А знаешь, чем попахивает? Попахивает в ту сторону, упадет. А, ну пока там идет сплит, но Тейл сплитит, но сторона упадет точно, вот эта верхняя. 20 секунд до Миракла, но Тейл, конечно, прилетит. Они готовы драться еще раз, они ничего не потратили, кроме стены. У них по-прежнему есть купол, у них по-прежнему есть Смотри. Фэби контролит процессы. Фэби видит, что происходит. Они заберут сейчас им просто брак, уйти, не надо сейчас драться, просто уйти. И тут же, если они еще раз поймают Миракла, они выиграют эту карту. Это просто жесть. Это просто аплодисменты. 30 минут игры за нами. MVP Феникс носит первую сторону. Первые бараки этого интернешнла только что упали. Хоста валяется. Крит бежит за этой хостой. Мне нравится их команда. Вот именно команда. Ну правильно, мы 100 раз про это говорили. Но как они. Вот посмотрите, внимание на одну драку обратите, когда кто-то один прыгает в Миракле, что происходит. Там идет такой моментальный фокус-файр, как будто эти люди, я не знаю, 250 тысяч лет подряд в одной гильдии Вове играли, боссов убивали. То есть моментально, все правильно делается, все туда. Щитки, баши, дегера, все влетает в один таргет, и это круто. Наши аналитики 1000 раз это отмечали, то, что микро у корейцев великолепное. Да, у них иногда бывает уплава с пиками. Ну, возможно, это для нас кажется поплава, для них-то все идеально видно, как должно работать, но дота — это игра иногда удачи и так далее. То есть криты, баши — это все может переворачивать игры очень сильно. Ну, посмотрим. Но мы видим, что корейцы башам и критам, да, доверяют. Да. MVP эту игру ведут на данный момент. У них уже очень большое преимущество. Они отправляются в атаку по нижней линии. Там стоит Т1, там стоит Т2, там стоит Т3, там стоят бараки. И скоро будет Abyssal Blade готову к Йоу. Abyssal Blade — это фактически смерть для одного из героев. Смотрим. Падает Т1 без боя. За Т2 уже, возможно, а УЖИ дадут бой. А Егис есть. УЖИ хотят затаймить, когда закончится Егис. Драться сейчас с Фантомкой 2 раза подряд, когда она будет врываться в любого героя, и тебе надо будет его сейвить всеми возможными спылами. А потом не еще будет хочется. БКБ. Да. Поэтому не особо хотят. Разминает даггером, но кидает Миркли. Остальным лучше не подставляться, может просто убить с одного даггера. Да. Кстати, у Кио действительно все очень хорошо и с левелом. У него 17 левел, прыгнули на Кио. Кио слишком далеко будет от команды, но у него 2 жизни. Не забываем, Фарэ уже здесь. Фарэ пока ничего не делает, дает Шиву. Ждут MVP, они прекрасно понимают, что они делают. А вот сейчас что? Сейчас Кио просто уходит. И... Ой-ой-ой, ну Тейлу пол кабины снесло просто с одного даггера. Тавр упал. На самом деле, я не знаю то, что сейчас нет лассо. В теории это Miracle, один контроль. Миракл забашла, Миракл, MP, и Миракл заходит в него. Бить, запрыгивает на крита, спиритбрейкер разогнался во Флай. Флай можно зафоксить по шустрику. Флай пока живет, ставится стеночка. Погиб пока только Баунти Хантер и Шадоу Демон. Драка продолжается, Муна фоксит на хайграундик. О, просто его крит, он не выходит из баша. Крит после байбека уходит отсюда Кио. Они убили троих, одного ставили байбек сделать. Кио пытается убить, убьют, наверное, Кио. Должны убить, да, убили Кио. -2, уже отбивается. OG отбивается. Вы видели, что происходило в драке? Купол был поставлен на 2 героев, а корейцы просто пошли убивать саппортов, которые стояли за спиной. Но OG отбились. Они сделали -3. Они заработали чуть-чуть денег. Да, байбек потратил крит, но это не столь важно. Главное, что жив Нотейл. Главное, что выжил в этой драке Миракл. Главное, что они эту драку выиграли и не потеряли вторую сторону. Да, надо чуть-чуть остановиться MVP, более размеренно сыграть. Хорошо. Сейчас отдали Аегис, и купол был не совсем удачный. Он поставился на одного Нотейла, до которого команда добраться не могла. Он стоял на другой стороне купола. Единственный, кто сместился, это Кво за счет блинка. И пытались зафокусить саппортов. Тогда лучше поставить купол на саппортов и убить в соло. Для Вайда это небольшая проблема сейчас. Он БКБ решил собрать, не стал рашить Мантастайл после диффузов. Хотя выбор очень крутой.
Ну, БКБшки теперь есть у него, есть и Кио, в принципе, довольно неплохо. Слушай, Баратруму БКБ это вообще забей будет, я не знаю, что в драках будет делать, у Джим будет очень сложно, и придется кайтить много кого. Ну, а тут мы видим Тревела, Лотус Худ и собирает дальше армор, у него 45 армора у Миракля. Он понимает, что бьют его руками. Ну что же, смоук от команды УДЖИ. И это может быть интересно. Фэби здесь. Если разревелит Фэби, это будет, конечно, успех. Фэби уходит. И куда пойдут OG? Давайте смотреть. Вот он, MP прыгает, видит его. MP просто прыгает в руки команде OG. MP успеет ли они его убить? Конечно же, успеют. В нем Сайленс был, но он не успел его скинуть. А его минуту не будет. Покатился Крид дальше. И тут толпа команды MVP. Пошла у нас драка. Крид юзнул Магнитайз. По всем бьет Магнитайз. У Фая проблемы. Нужно выигрывать время. Нет, он погибает моментально. Крита тоже распополамила просто. Мирика пытается драться с Дубу. Дубу и конечно, с Нутейлом бьют. Но нет, пошел бас. Дубу по-прежнему живой. Нутейл! Закончился! Он закончился! И Миракл, проблемы у него будут, если его догонит сейчас Кио. Его развалят. Пошли его треки. Просто развалят. Пошли треки. Разминают, запрыгивают Миракл. Баш. И Дубу. Баш. И еще сейчас будет баш. Они просто отошли от него. Боятся. До гривсов еще 18 секунд. А еще баш? Нет, вы посмотрите на это чудище. Это заморское. Миракль-то наваливает. Ого-го. Там уже Бэтрайдера забрать. Там прыгнули на Муна. Пошли баши. Заталкивают его на хайграунд. Минус Бэтрайдер. А теперь Миракль остался один. Он просто один. Один Миракль против всего мира. Миракль пытается уйти. Баш от Кио. Фареф тут же пошел от Усорф. И еще будет ли баш? Тубу пытается бить Миракль. Миракль таймит всех. Ну и даже разгоняется. Тубу на него. Миракль с баша просто не выходит. Тимбайт. Тимбайт. Корейские боги выиграли файт вчетвером. Без своего мейн керри. Да. Это красиво, господа. 5000 голды. 7000 экспы. 21 тысяча дэмэджа было нанесено в этой драке. 21 тысяча дэмэджа. 5800 йоу и 5300 Миракл. На 35-й минуте 32-29 счет. Я хочу такую доту круглосуточно. Я хочу, чтобы 6 суток была вот такая дота. И я вас заклинаю, уважаемые зрители, не уходите. Отменяйте все планы на эту неделю, потому что эта неделя будет просто бенефисом невероятной доты. Этот патч уже нам показал, что он лучший, он самый балансный. 101 герой был пикнут. И поверьте, этот турнир будет незабываемым и может быть даже лучшим, чем все остальные турниры, которые были до этого. Вы будете год потом жалеть, если вы пропустите International. О, да. Это факт. Фух, ну что же, 37-я минута игры. Гем приобретает очередной у нас крит. Пятером умерли в последней драке OG. Они проигрывают очень много денег. И надо что-то предпринимать. Игра шла по их сценарию до определенного момента. Пока не набрались уровни, пока не набралась критическая масса, чтобы они могли убивать Миркли. Да, им это дается очень сильно с трудом. Им это рейд-босс просто. Но они убивают этого рейд-босса. То есть Миркл сейчас сам прекрасно понимает то, что он не неуязвим. Он не может зайти в файт пешком. У него... Блудстоун пошел в минус. Всего 8 зарядов отстается. Разгон от Дубу. Следующая драка, я думаю, будет на Рошане. Ну, если в смоке сейчас не идут, смотри, скан, Рэдиан заюзали и не угадали. Никого, хотя, может, нет, не наступил. Никто из-за уже. Фэби. Спалит ли смок? Подходит Фэби. Спалил. Спалил, сигналит. Только Миракли спалил. Остальных пока нет. Остальные все еще в смоке. Дубу здесь. Дубу готов. Муна тоже спалили. Дубу просто пошел в драку. Лотус на него. Дубу начинает резать. Моментально проблема Дубу. Фарев запрыгнул. Есть купол. Есть купол. Все живы. Чакрам крутится. Убьют Дубу. Да, убивает его. Нотейл ультимейтом. Фарев тоже очень битый. Фарев пытается запилить. Фарев успел дать тем временем Серж. Муна проблема. Муна тоже убили. Размен пока 2 в 1. Пользу команды MVP. Феникс продолжается драка. Нотейл с Фарев. Нотейл с Фарев. Фэби. Фарев пытается вокруг дерева. Пасывание вокруг Нотейла. Он размотил вокруг Нотейла. Пошел тем временем. Киллинг бар Фэби подрезает Нотейла. Нотейла тоже скорее всего убьют. Фарев. Раскатил Ноутейла, минус 4 в живых, один Миракль, они просто невероятные, они просто нереальны. И нужно ломиться по ботам, либо ждать появления Рошана, который появится через 20 секунд. Я бы советовал идти и разводить на байбеке, 65 секунд не будет, но Тейла отличный повод, чтобы зайти на хайграунд к OG. Да, надо идти однозначно. Фарев побежал регениться. У Фарева все очень хорошо. Фарев, кстати, приобретает, я так понимаю, еще один лотус. Тут будет просто засилье. Лотус арбовый. Это будет довольно весело. Кио уже пошел. Просто пошел бить Т3. Все верно. Бьем Т3. Фэби, Кио. Тут же МП. Тут же нету бэкдора, потому что крипы на топе зашли. Падать бараки будет сейчас на мид-линии. Нету липа. Есть все-таки клипы. Сейчас он сдается. Миракль. Тайм дилейшн. Отлично. Тайм дилейшн. И пусть бегает там. Сбрасывает себе тайм дилейшн. Лотусом надо хоть что-то ему делать. Трек на него же пошел разгон. Ну, не выкупается. Ноутейл. Очень не хочет он выкупаться. Очень хочет. Вот он придется. А теперь надо уйти. Теперь надо уйти, потому что втроем здесь корейцы, что они делают? Да, БКБ, Кио. МП просто пошел за флаем. Крит тоже, боже, Кио очень начинает пинтовать. Пошел обиссал, Крит может погибнуть. Флеймбрейк хороший, пытается засейвить. Кио пока живет. Слушай, они вообще нормальные, они втроем здесь были. МП, МП за дилейти, за тем дилейшнил у нас Муна. Мирикл пытается драться, но Тейл огромные проблемы. Он после байбека погибает, 8 секунд его не будет. Мирикл без маны, Мирикл без маны, Мирикл очень мало маны. Продолжает его нарезать, там теряет Кио. Зарезает еще одного Кио. Вот гейм, пишет OG.
Мама дорогая, это невероятная игра. Насколько они спокойны? Просто насколько они спокойны? Кто мог сказать 3 года назад, что корейцы приедут и на интернешнале в сетке венеров обыграют двукратных чемпионов мейджора? Вот так просто. И причем обыграют, как будто они просто сходили сейчас вот за спичками в магазин. То есть это было обыденно, это было вот так, как надо. MVP Феникс ведут в этой серии. Да, это, конечно, очень хорошо. Мимо нас сейчас проходит команда OG. Видно, что ребята немножко расстроены, а им немножко надо пообщаться сейчас скорее друг с другом. Скорее в недоумении, я бы даже больше сказал, что дота наверняка непривычная. Этим и берут MVP. Противники не привыкли к такой доте. Они тренируются между собой, они часто где-то играют в праке. А потом приезжают корейские ребята, с которыми никто на протяжении года практически не играет, кроме как на каких-то турнирах. Вот, действительно, вот тут пишут, 17%. Вот что работает. Баши работают, корейская игра работает. Я начинаю верить в чудеса. Да, никто, собственно, не прогнозировал, что MVP смогут пройти команду OG, но то, как играют сегодня корейские боги войны, это невероятно. И это продолжается из турнира в турнир. Никто в них не верит, но они приезжают на лан и начинают показывать вот это. Это было красиво, ребят. Это была первая карта Main Event International, но это была всего-навсего первая карта первой Best of 3 серии. Дота еще очень много, и Дота, я думаю, вы согласны, очень крутая. Мы с Витей передаем слово сейчас нашей студии аналитики и вернемся к вам на вторую карту. Слово вам, Иван.